есть дома многоэтажные, на листе дома бумажные. Есть дома, в которых люди проживают много лет. И хотите, не хотите ли, есть казармы, вытрезвители. Есть аптеки, есть театры, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Есть избушки деревянные, небоскребы есть стеклянные. Есть дворцы, в которых пусто, и отели, где уют. Бани есть, и министерство, институт, где лечат сердце. Помещение для капусты, но детей там не дают. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Герой или Сережей, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный. Да, семье родной Бог меня послал. Говорят, что папа мой очень горевал. Говорят, 4 дня он не пил, не ел, потому что не меня, мальчика, хотел. Но ему сказали сразу: это вам не 100 заказов, не задерживайтесь тут, забирайте, что дают. Но ему сказали сразу: это вам не 100 заказов, не задерживайтесь тут, забирайте, что дают. Только о своей мечте папа не забыл. Оказалось, он в семье всех упрямей был. До сих пор ему не лень, вот уж сколько лет, приносить мне каждый день новый пистолет. Я уже играть устала, заводные самосвалы, и к футбольному мячу ходить я не хочу. Я уже играть устала, взводные самосвалы, и к футбольному мячу подходить я не хочу. Конечно, все поймет, и мне пусть.